Здравствуйте, дорогие мои подписчики, или просто зрители моего канала. Представляю вам новый видеоролик. Ушедшие актеры из сериала «Следствие ведут знатоки», вышедший в 1971 году, по 1989 год, часть номер 2. Кутаков Вячеслав Петрович родился 19 июня 1926 года, скончался 26 июня 2014 года, исполнил роль полковник КГБ. Глазунов Кирилл Евгеньевич родился 25 ноября 1923 года, скончался 19 октября 2009 года, исполнил роль конвоира. Чекан Станислав Юлианович родился 2 июня 1922 года, скончался 11 августа 1994 года, исполнил роль Степана Корнеевича Силина. Жирнов Сергей Леонидович родился 17 марта 1940 года, скончался 18 июля 2007 года, исполнил роль Сергей Васильевич Машка. Серебренников Николай Николаевич родился 3 августа 1922 года, скончался 25 августа 2003 года, исполнил роль Волхов Николай Иванович Леонов, свидетель в очках. Кириченко Ирина Николаевна родилась 29 января 1931 года, скончалась 11 февраля 2011 года, исполнила роль Лида официантка. Сергеев Геннадий Дмитриевич родился 29 мая 1926 года, скончался 6 мая 2012 года, исполнил роль косой посетитель бара. Грачев Анатолий Дмитриевич родился 12 июля 1937 года, скончался 19 мая 2005 года, исполнил роль Михаила Константиновича Токарева. Броневой Леонид Сергеевич родился 17 декабря 1928 года, скончался 9 декабря 2017 года, исполнил роль Кудряшова. Соколовский Семен Григорьевич родился 25 декабря 1921 года, скончался 28 сентября 1995 года, исполнил роль Вадима Александровича Скопина, полковник. Давыдов Всеволод Филиппович родился в 1924 году, скончался в 1985 году, роль свидетель-инвалид в кипке. Котов Александр Евгеньевич родился 26 августа 1949 года, скончался 2 июля 2016 года, исполнил роль Афанасия Никишина. Смирнов Сергей Иванович родился 1 сентября 1909 года, скончался 28 апреля 1975 года, роль понятой. Полев Петр Николаевич родился 26 декабря 1919 года, скончался 2 июля 1974 года, исполнил роль посетитель. Джигарханян Армен Борисович родился 3 октября 1935 года, скончался 14 ноября 2020 года, исполнил роль Вальдемара-шантажиста. Кайдановский Александр Леонидович родился 23 июля 1946 года, скончался 3 декабря 1995 года, исполнил роль Бориса Миркина, скупщик золота. Абрамов Валентин Алексеевич родился 21 февраля 1922 года, скончался 28 апреля 1976 года, исполнил роль Петра Ивановича Сергеева, чистодел, посредник. Березу ЦК Валентина Федоровна родилась 27 июля 1931 года, скончалась 31 января 2019 года, исполнила роль Настя, домработница Проховой. Дуров Лев Константинович родился 23 декабря 1931 года, скончался 20 августа 2015 года, исполнил роль Афанасия Николаевича Филиппова, старший инспектор ГАИ. Дмитриева Антонина Ивановна родилась 18 ноября 1929 года, скончалась 16 августа 1999 года, исполнила роль Марьяны Тимофеевны Локтевой. Кудрявцев Борис Константинович родился 15 июля 1913 года, скончался 20 октября 1983 года, исполнил роль Максима Тарасовича Сотникова, начальник конторы по озеленению.